Привет, легендарные внучата! Вот мы с вами снова пришли в симулятор ютубера в Роблоксе. Ребятки, правда, теперь у меня 0 подписчиков, так как сейчас я нахожусь на своем втором аккаунте и здесь я еще в эту игру не играла. Вы спросите, бабка Шоу, для чего же ты сюда пришла? Ребятки, сегодня я покажу вам все рабочие промокоды в игре симулятора ютубера в Роблоксе. Ютуб симулятор, в общем, как-то так он называется. Давайте прямо сейчас мы с вами начнем вводить эти промокоды, но перед этим обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте свой лайк для того, чтобы побыстрее приблизить меня к моей мечте, а именно к 100 тысячам подписчикам. Давайте поскорее постараемся, поднажмем и наберем 100 тысяч подписчиков, и я наконец-то получу серебряную кнопку, которую я уже хочу уже как целый год. Снимаю, ребят, для вас год, там уже 750 видео сняла для вас, а кнопки еще нету. Грустно. Ну, короче, давайте начинать, ребятки. Прямо сейчас мы с вами введем наши промокоды, нажимаем на эту птичку и начинаем вводить наши кодики. Как вы знаете, в прошлый раз у нас с вами были промокоды и был промокод Double Jump на двойной прыжок. Сейчас, к сожалению, его убрали из Роблокса и сейчас его ввести уже не получится, но зато у нас есть промокод Sprint. Прямо сейчас мы его с вами введем. Нажимаем на кнопочку Submit, ребятки, и получаем с вами Sprint. А теперь мы бегаем намного быстрее, чем бегали изначально. Вот такой вот прикольный промокодик. В общем, первый промокод у нас с вами успешно введен. Поздравляем, мы получили с вами первую нашу плюшку. Давайте вводить наш следующий промокод. Наш следующий промокод — это промокод Blue. Пишется вот таким вот образом. Нажимаем на кнопочку Submit, ребятки, и что нам дали, я правда не знаю, но вот не написано. Почему не написано, я, если честно, не знаю. Хотелось бы узнать, что именно я получила, но, кажись, если честно, не судьба. Странно, ребятки, странно. Я вас снимаю, если что. Так, ребятки, ладно, раз это не получилось, давайте прямо сейчас введем наш следующий промокод. Кстати, вот почему-то второй раз уже не вписывается, значит, мы все-таки с вами его активировали. Очень странно, что сразу вещь не дали. Следующий, ребятки, наш промокод — это мини-сноу. По идее, он должен давать мини-сноу плейку какой-то. Я не знаю, если честно, что это такое. Давайте прямо сейчас мы с вами проверим. Нажимаем на кнопочку Submit, ребятки, и получаем с вами, что это фиг знает на самом деле. Ну, что-то нам с вами дали, наверняка. В общем, на 3 промокода мы с вами ввели. Очень странно, если честно, что не отображается, что мы с вами получаем. Наверное, какие-нибудь непонятные напитки или еще что-нибудь. В общем, ребят, непонятно, если честно. Будем ждать. Хорошо, ребятки, давайте прямо сейчас вводить следующий наш промокод. И следующий промокод звучит как ГАН. Оружие. Давайте прямо сейчас мы его с вами введем. Пишется он маленькими буквами ГАН. Нажмем на кнопочку Submit, ребята, и получаем нашу следующую вещичку. Вот теперь это точно вещь. Это у нас вот такая вот прикольная пушка. Я не знаю, для чего она нужна. В прошлом видеоролике я ее тоже получала. Тут типа какой-то заряд получается. Оп, вы стреляете и что-то происходит. Но у меня почему-то происходить ничего не хочет. Но зато теперь у меня есть вот такой вот бластер, который мне нафиг не нужен. Могу, например, вот этого чувака застрелить. Ты что-то снимаешь? Съемка видео запрещена, камеру вырубай. На тебе. Если не хочешь вырубать камеру, то будет по-плохому. С тобой погорит бабка Шоу. Так, ладно, ребятки, не будем чушь нести. Давайте прямо сейчас мы с вами введем следующий промокод. Звучит он как миниган, ребята. И мы с вами получим миниган. Это именно то, что нужно для на первых порах. Он не дает никакого прироста, но он довольно удобный в использовании. Правда, некоторые говорят, что на телефоне играть с ним не очень удобно. Смотрите, какой прикол, ребята. Если камера за один клик дает мне одну сим-карту на этой как раз-таки непосредственно на этом сервере, то если я раскручу миниган, нужно зажать и надавить, то он будет давать вот таким вот под... Сколько? Ладно, ребята, миниган — это читерский способ, очень читерский способ. Вы посмотрите, я сейчас автоматически с помощью этого минигана заполнила себе на максимум. Это какой-то уже чит-код получается, смотрите. Я обманула, получается, игру, да? Выходит то, что обманула игру. У меня всего лишь 250 вместилища, но я могу, кажется, бесконечно фармиться, пока я не отпущу этот миниган. Ну ладно, это неплохо. В принципе, я готова. Прямо сейчас мы с вами нафармим несколько миллионов. Представьте, насколько мы сразу с вами поднимемся. Есть только одна проблема. У меня нету компьютера, который сможет это все переработать. И, к сожалению, Roblox не позволяет ввести промокод на новый компьютер. Это очень даже грустно, но вы посмотрите, насколько у меня зарабатывается это странно. То есть я зажимаю миниган, у меня копятся вот эти вот огромные числа, но это все прибавляется, ребята. А как? У меня камера всего на один клик. Ну уж, ребятки, а что если отпустить и снова попробовать стрелять? Ну-ка, работает, ребята, это какой-то шок. Ладно, надеюсь, меня не забанят в этой игре. Я нашла какой-то чит в игре, чего? Окей, ребятки, давайте продолжать дальше. И следующий наш промокод — это промокод Ruby Button. Давайте прямо сейчас мы его введем и пойдем посмотрим, собственно, на то, что мы с вами получили. Это еще, кстати, не все промокоды, то есть после Ruby Button мы тоже с вами введем промокоды, но немножечко позже. Получаем нашу кнопочку и заходим к нам в студию перерабатывать весь материал, который мы только что получили. Вы чокнулись на 57 миллионов. А, вот какие вещи мы с вами получили. Мы получили вот такую
такую вот серебряную награду. Очень даже она симпатично смотрится. Давайте ее куда-нибудь сюда поставим, например. Вот она какая, ребятки. Это у нас снежная награда. Это за промокод Snow, насколько я понимаю, мини-Snow, да, наверное. Это мини-снежная кнопка. И вот такая вот рубиновая кнопка, которая будет стоять рядом. Прикол, у меня 0 подписчиков, но такое огромное количество просмотров, точнее, отснятого материала. Я даже не знаю, как я буду монтировать это на таком компьютере. Да уж, все деньги снялись, капец, ребятки. Не так все оказалось хорошо, как я думала изначально. Фигу, не хотят мне давать эти деньги, пока я, в общем, похоже, себе не увеличу вот это количество. В общем, я думаю, то, что вы поняли. Мне не дают полностью заполнить просмотры, пока я полностью не заполню свою шкалу вот этого вот. То есть я миниганом, например, зарабатываю. Мне нужно, чтобы у меня хранилище было столько же, сколько у минигана. Думаю, то, что вы поняли. Ладно, ребятки, не повезло, конечно. Хотелось бы, ну что теперь сделаешь. Ребятки, следующий наш промокод — это промокод ОБС. Вот так вот он пишется, а мы с вами нажимаем и получаем вот такое огромное тело. Поэтому, если вы не хотите такое тело, то лучше не вписывайте этот промокод, потому что это уже происходит второй раз. Что это за жмыхнутая фигура какая-то? Ну, в принципе, смотрится довольно прикольно. Мне лично нравится. И вот так можно, кстати, над друзьями фаниться. А раз это не работает, пока что баг, получается, работает только фармиться, а перерабатывать это, к сожалению, нельзя. То, что вы нафармили, это очень грустно. Ладно, ребятки, ничего страшного. И следующий наш промокод — это FreeGreen на бесплатную зеленую жижу. Пишется вот таким вот образом. FreeGreen, мы с вами нажимаем на кнопочку Submit, ребята, и получаем вот такую зеленую жижу, которая автоматически выпивается. И теперь мы будем фармить в два раза быстрее. Если взять телефон, то вы сами... Ой. Фигу, я что сниму, походу, ребятки. Нужно edit видео, нужно монтировать наши видосы. Видосы монтировать я бегу. Подписчиков очень своих люблю. Подпишитесь на канал, чтобы видеть видеоролики еще чаще. Так, ребятки, пойдемте прямо сейчас попробуем протеститься. С какой скоростью мы с вами непосредственно... Нет, все точно так же. Это у нас зеленая жижа на монтаж видео. То есть зеленая жижа нужна для того, чтобы быстрее монтировать видосы. Давайте сейчас, ребята, ее протестим. Я немножечко сейчас нафармлю наших кассет как раз-таки. Давайте прямо сейчас мы протестим, ребят, как это работает. Во-первых, я заберу несколько вот этих. 3, 2, 1, 0. О, красота, ребятки. Все, пойдемте прямо сейчас протестим эту зеленую жижу. Пока есть еще 60 секунд, ребята. Так, ну-ка, давайте. Попробуем. Смотрите, когда работает зеленая жижа, мы, кажется, с вами побыстрее фармимся. Или что вообще происходит? Для чего нужна зеленая жижа? Походу, быстрее видео монтируется или что-то подобное. Ну, короче, не знаю, если честно, ребятки. Вот, какие-то монеты, V-баксы какие-то даются. А для чего они нужны, ребятки? Это я, если честно, не знаю. Это у нас конфеты какие-то используются, чтобы получить много денег. Давайте попробуем, ребята. Используем. И что? Сколько денег мы получаем? Тут какие-то монетки вывалились. О, неплохо, неплохо, классно, ребятки, вот на халяву мы с вами получили денежки. То есть, смотрите, теперь в игру добавили такие штуки, их можно использовать и получать большое количество денег. Вы их используете, получаете деньги, они у вас из инвентаря пропадают, эти самые V-баксы, но зато у нас есть денежки, и теперь мы можем купить, например, себе новый компьютер или новую камеру. Классно, ребятки, классно, давайте вводить следующий промокод в этой игре. И следующий наш промокод сегодня — это FreeRed, бесплатный красный. Давайте прямо сейчас напишем FreeRed, нажимаем на кнопочку Submit и бесплатно получаем красный. Красный коктейльчик. Нужен он, похоже, для съемки видеороликов, насколько я понимаю, потому что, ну, другого объяснения, если честно, ему не вижу. Логичного, по крайней мере, точно. Ну, ребятки, остается всего лишь два промокода. Это Milk и SpongeBob. Давайте прямо сейчас мы с вами напишем Milk. Вот здесь вот вы пишете Milk вот таким вот образом, только с большой буквы на маленькие, а не с маленькой на большие. Нажмем на кнопочку Submit и получаем молоко, которое не знаю, для чего нам нужно. У коровы нет других забот. Ладно, ребятки, молоко нам с вами дали. Не поняла, если честно, для чего оно нужно было. В принципе, как и обычно, молоко выпиваешь и ничего не понимаешь. Ну, в общем, выпили молока. С радостью, с удовольствием, как говорится. Ну и остается, ребятки, последний промокод. Это промокод SpongeBob. Давайте мы прямо сейчас его с вами введем. Пишется он вот таким вот образом. SpongeBob. SpongeBob. Нажимаем на кнопочку Enter, Submit, точнее, и получаем с вами что? SpongeBob. Мне правильно написали, понятное дело. SpongeBob. Вот так вот он пишется. B0B. Вот таким вот образом. Нажимаем на кнопочку Submit и получаем бесплатный став. Это, насколько я понимаю, какая-то новая вещица в нашем домике. Давайте прямо сейчас зайдем в дом и посмотрим, какой же став мы только что с вами получили. Так, тут ничего нету, а на стене тоже ничего нету. А, о, подождите, нет, на стене что-то появилось. Это 100 бесплатных желтых губок. Супер, ребята! Это классно, можно обделать свой дом в желтые цвета, причем абсолютно бесплатно. Мы этим сейчас с вами и займемся. Обделаем наш домик, у нас будет вот такое прикольное покрытие, и думаю, что оно должно нам понравиться. Итак, ребята, я приближаюсь к 10 миллионам подписчикам. Прямо сейчас будет эта круглая цифра, давайте ее дождемся. Все, ребятки, 10 миллионов подписчиков. Также мне пришла сразу письмо, но я хочу еще и докрутить, чтобы у меня до конца вот сейчас дошло. Я, как видите, сейчас выкладываю видеоролик. Также хочу купить себе новый компьютер, но это в следующем видеоролике. А так я хочу прямо сейчас сделать следующее. Ребята,
Ребятушки, давайте повесим нашу бриллиантовую кнопку или что с ней сделаем, поставим куда-нибудь. Как она вообще выглядит, ребята? Это у нас вот такая вот Mystery Package. Нажимаем на кнопочку Use и получаем бриллиантовую кнопочку. Как она выглядит, ребята? Это у нас снежная кнопка, которую я получила на этом аккаунте тоже. Ну, в принципе, а что бы не получить? Кнопочки нам всегда нужны. И теперь, ребятки, посмотрим. Да, она вешается на стену и выглядит... Уху-ху-ху, ребятки, какая же она огромная. Она даже больше, чем рубиновая. Красота, да и только. Кнопки смотрятся очень красиво. Ну и, ребятки, всем спасибо за просмотр. Вы находились на канале Бабка Шоу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, играйте в этот симулятор, потому что он очень интересный. Всем удачи, всем пока. Встретимся в следующем видеоролике. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы я тоже получала такие кнопки не только в игре, но и в жизни. Всем пока. Всем удачи, кстати, тоже.